На Московской 15 прошел еженедельный прием предпринимателей. В зале собрались те, кто создает бизнес не для прибыли, а для людей. Большинство вопросов были посвящены развитию социального бизнеса. Так, Вячеслав Таран хочет создать фотошколу, в которой смогут обучаться люди с ограниченными возможностями. Молодому человеку нужно зарегистрировать свою идею как предприятие. Говорили и о необходимости создания аптеки в Ивакино. Сейчас проект в разработке, а пока до ближайшей аптеки в квартале Клязьма, что в 5 остановках, пустят дополнительный автотранспорт.